Мама.
Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, дорогие преданные. Hare Krishna. Традиционно по воскресеньям мы продолжаем читать читание Чаритамриту. Traditionally, on Sunday we read Chaitanya Charitamrita, and now we will read Madhya Lila, chapter 22, verse 52. Мы читаем 22 главу Chaitanya Charitamrita, практика преданного служения, 52 стих. Рагуна... Рагунайта тапасанаяти, Рагуганайта пасанаяти, Начеджяся нирвапанат грихадвам, Начеджяя нирвапанат грихадвам, Начхандасанай ваджалагни сурьяр, Начхандасанай ваджалагни сурьяр, Винамахат падараджокхишекам, Винамахат падараджохишекам Рахуганайта тапасанаяти Рахуганайта тапасанаяти Начеджяя нирвапанат грихадвам Начеджяя нирвапанат грихадвам Начхандасанай ваджала гнисурьяр Начхандасанай ваджала гнисурьяр Винамахат падараджобхишекам, Винамахат падараджобхишекам. Please repeat, пожалуйста. Рагуганайта тапасанаяти, Рагуганайта тапасанаяти, Начеджяя нирвапанат грихадвам, Начеджяя нирвапанат грихадвам. Начхандасанай ваджалагни сурьяр Винамахат падараджобхишекам Матаджи Рагуганайта тапасанаяти Начеджяя нирвапанат грихатва Начандасанай ваджалагни сурьяр Винамахат падараджобхишекам Пословный перевод, перевод и комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада Ки. Рахугана. Рахугана. О, царь Рахугана. О, кин Рахугана. Этот. Этот. Это. This. Тапаса. Тапаса. Посредством суровых аскез. By severe austerities and penances. Наяти. Не открывается. One does not obtain. На. Ни. Neither. Ча. Ча. Также. Also. Ягья. Поклоняясь с помпой. By gorgeous worship. Нирвапанат. Нирвапанат. Отрекшись от мира. By entering the renounced order of life. Грихат. Грихат.
совершая домашние жертвоприношения. By sacrifices while living in the home. Ва. Ва. Или. Or. Начхандаса. Начхандаса. Не тщательно изучая веды. Nor by scholarly study of the Vedas. На. Не. Nor. Эва. Эва. Конечно. Certainly. Джала Агни Сурьяхи. Джала Агни Сурьяхи. Поклоняясь воде, огню или палящему солнцу. By worshipping water, fire or scorching sunshine. Вина. Вина. Без. Without. Махат Пада Раджаха. Пылью с лотосных стоп Махатмы. Of the dust of the lotus feet of a Mahatma. Абхишекам. Абхишекам. Омовение. The sprinkling. О царь Рахугана, не посыпав голову пылью с лотосных стоп чистого преданного, Махаджаны или Махатмы, невозможно обрести бхакти. К преданному служению невозможно прийти, просто совершая суровые аскетические подвиги, поклоняясь божеству со всей роскошью, строго соблюдая правила саньясы или грехаска ашрама, изучая веды, погружаясь под воду, сидя подле разведенного костра или подставляя себя лучам палящего солнца. О King Rahugana, without taking upon one's head the dust from the lotus feet of a pure devotee, a Mahajana or Mahatma, one cannot attain devotional service. Devotional service is not possible to attain simply by undergoing severe austerities and penances, by gorgeously worshipping the deity, or by strictly following the rules and regulations of the sannyasa or grihastha order, nor is it attained by studying the Vedas, submerging oneself in water, or exposing oneself to fire or scorching sunlight. Комментарий. Purport. Это стих из Шримад Бхагаватам 5.12.12. Здесь Джада Бхарата рассказывает царю Рахугане, как он достиг уровня Парамахамсы. This verse appears in Shrimad Bhagavatam 5.12.12. Джада Бхарата herein tells King Rahugana how he attained the Paramahamsa stage. Махараджа Рахугана, царь провинции Синдус-Саувира, спросил Джаду Бхарату, как тот стал Парамахамсой. Джада Бхарата по приказу царя нес его паланкин. Но когда царь услышал из уст своего носильщика Парамахамса Джады Бхараты высшую философию, он очень изумился и спросил его, как он достиг такой степени свободы. В ответ Джада Бхарата поведал царю, как избавиться от привязанности к материальному существованию. Махараджа Рахугана, the king of Sindhu Saovira, had asked Джада Бхарата how he had attained the Paramahamsa stage. The king had called him to carry his palanquin, but when the king heard from the Paramahamsa Jada Bharata about the supreme philosophy, he expressed surprise and asked Jada Bharata how he had attained such great liberation. At that time, Jada Bharata informed the king how to become detached from material attraction. Еще раз перевод стиха. Once more, we'll read a translation of the verse. О царь Рахугана, не посыпав голову пылью с лотосных стоп чистого преданного, Махаджана или Махатмы, невозможно обрести бхакти. К преданному служению невозможно прийти, просто совершая суровые аскетические подвиги, поклоняясь божеству со всей роскошью, строго соблюдая правила саньясы или грихастха ашрама, изучая веды, погружаясь под воду, сидя подле разведенного костра или подставляя себя лучам палящего солнца. O King Rahugana, without taking upon one's head the dust from the lotus feet of a pure devotee, a Mahajana or Mahatma, one cannot attain devotional service. Devotional service is not possible to attain simply by undergoing severe austerities and penances, by gorgeously worshipping the deity, or by strictly following the rules and regulations of the Sannyasa or Grihastha order, nor is it attained by studying the Vedas, submerging oneself in water or exposing oneself to fire or scorching sunlight. Ом агьянати мирандасья агьянанджанан шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гуравай намаха шри чайтанья манобиштам стхапитам яна бутале своя в рупах кадамах ям дадати сва падантикам нитянанда хам науми сарвананда карам парам харинама прадам девам авадута широмани
Нама Махаваданьяя, Кришна Према Прадаяте, Кришная Кришна Чайтанья Намне Гортвише Намаха, Нила Чала Нивасая, Нитяя Параматмане, Бала Бадра Субадра Пьям Шри Джаганатхайте Намаха, Хе Кришна Каруна Синдо, Дина Бандо Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намастуте, Тапта Канчана Гуранги, Радхе Вриндаванешвари, Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие, Ванча Калпата Рубьяща, Крипа Синдубья Эвача, Патита Нам Паване Бьо, Вайшнаве Бьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рамо, Харе Рамо, Рамо Рамо, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рамо, Харе Рамо, Рамо Рамо, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рамо, Харе Рамо, Рамо Рамо, Харе Харе. Намо Вишну Падая, Кришна Вишна Падая, Шримати Бхакти Вьянга с вами, Динанда Бхакти. Савинам Хриди Хумача Тама Падашка, Намо Мьяхам, Намо Вишну Падая, Кришна Вишна Падая, Шримати Бхакти Виданта с вами, Динанда Бхакти Сарасвати, Курвани Парчарине, Нирвишаш, Паштитар Дешатарине. Янтах Правиш Ямама Вача Мамам Прасуктам, Санджива Ятякила Шахти Дарах Сундамна, Аньям Шчахаста Чарана Шравана, Тваганин, Прана Намо Бхагавате Парушай Тумбьям. Чтобы прославить Господа чистыми речами, я рассказываю тебе все, что слушал свой духовный учитель и сумел условить, хотя я не способен к этому иначе наречить. Хари Кришна Диаде Ходис. Дорогие преданные, мне очень нужны ваша поддержка, ваше благословение, чтобы я могла сказать что-то полезное. Dear devotees, I really need your blessing and your support in order that I could say something relevant and useful. И мы продолжаем читать Чайтанья Чаритамриту, 22 главу, в которой Господь Чайтанья дает наставление Санатани Госвами. We continue to read Chaitanya Charitamrita, the chapter 22, where Lord Chaitanya gives instruction to Sanatana Goswami. И в этом стихе, который мы сегодня прочитали, Господь Chaitanya говорит о том, как можно обрести преданное служение. And in the verse that we read today, Lord Chaitanya says how it is possible to obtain the devotional service. И мы тот, кто внимательно слушал, скажите, пожалуйста, как нельзя обрести преданное служение? Вот кто внимательно слушал текст. And those of you who were attentive by listening to this verse, who can tell how it's not possible to achieve the devotional service? Как нельзя обрести? How it's not possible? Who remembered? Стих. Да. Следуя саньясе, грехастха ашраму, изучая веды, да, занимаясь благочестивой деятельностью, ничем этим обрести преданное служение Господу Кришне невозможно. So following strictly the sannyas or grihastha order or worshipping the deities or following the regulations, it's not possible to achieve devotional service in such way. Вот. И, а как можно обрести его? So then how can we achieve devotional service? Какой дает рецепт Рахугана? Какой Рахугани дает Махарадж Джадабарата? Which recipe gives Джадабарата to Рахугана? Как можно обрести? How can it be achieved? Да, посыпав голову пылью с лотосных стоп великих преданных. So we should dust the lotus feet of great Mahajans on our head. Это единственный способ. This is the only way. И несколько стихов в этой главе будут повторять, что это единственный способ обрести преданное служение. And several verses from this chapter they will continue telling that this is the only way to obtain the devotional service. И в Бхагавад-гите, в 7 главе, есть стих такой, номер 28. And in Bhagavad Gita there is a verse in 7th chapter, 28th verse.
В этом стихе говорится, кто совершал благочестивые поступки в той, в этой или в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. And in this verse it is said, persons who have acted piously in previous lives and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. Получается некоторый конфликт между двумя стихами. So it seems like there is a conflict between these two verses. То есть в этом стихе говорится, кто совершал благочестивые поступки. In this verse it is said, who have acted piously. Тот выходит из-под двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. So those are freed from the dualities of delusion and they dedicate themselves in my service. Да, но в то же время, что такое благочестивая деятельность? But at the same time, what does it mean pious activity? Это строить больницы, to делать build, пожертвования. To build the hospitals, to make donations. И так далее. And so on. И вопрос, можем ли мы, занимаясь вот такой деятельностью, обрести преданное служение? And there is a question, can we achieve devotional service by acting, doing such actions? Можем ли мы обрести? Can we? Оно очищает зачищение. So this activity is purifying, but without purification we cannot achieve it. Да, эта деятельность очищает, если она связана как бы с Кришной, да? То есть, если это... Such activity is purified when it is connected to Krishna. И она значительно меньше очищает, если она просто делается ради какого-то благочестия, ради себя, чтобы показать, какой я благочестивый. And it is less purifying when we are performing it in just in order to satisfy ourselves or just to get these pious reactions. Вот. И согласно сегодняшнему стиху из Читания Чаритамриты, обрести таким способом бхакти, преданное служение Господу невозможно. And according to the verse Chaitanya Charitamrita, it is said that by acting in such way it's impossible to obtain the mercy and the devotional service to Krishna. И здесь на помощь приходят ачарьи. And now the acharyas, they come for help. И они объясняют, что слово, здесь слово, которое переводится как благочестивая деятельность в санскрите, звучит как пунья карманам. And they explain that the word, the word that is explained here as pious activity, it's called пунья карма. Да, и Вишванатха Чакраварти Такур, Баладев Видьябушина в своем комментарии к Бхагавад-гите, он объясняет, что слово пунья в этом стихе означает доставить удовольствие, доставить кому-то удовольствие, но не благочестивая деятельность, ссылаясь на словарь Амаракоша. And here Baladeva Vidyabhushana in his commentary purport to this verse he explains that to achieve Он говорит, что слово пунья означает доставить удовольствие согласно словарю Амаракоша. And the word пунья, he said that it means to satisfy someone according to the dictionary Амаракоша. И в комментарии он пишет: те, чьи грехи уничтожены благодаря милостивому взору великих душ, те, кто удовлетворил великих душ, кто обрел милость великих душ, поклоняются мне. And in his purport he writes, but those whose sins have been destroyed by actions pleasing to the great souls, who are free of this ignorance arising from duality, worship me with determination. И в конце комментария он говорит, что о роли великих преданных говорится в Шримад Бхагаватам 11 песне 2 главе. And in the end of this commentary he says that about the role of great souls, devotees, it is said in Shrimad Bhagavatam in the second chapter. Слуги Вишну путешествуют в этом мире, чтобы очищать живые существа. Это самый конец комментария. The servants of Vishnu wander about in this world in order to purify the living entities. То есть так мы понимаем, что
на самом деле достичь преданного служения, благочестивой деятельности, изучением вед и всем прочим невозможно. Просто этот стих надо комментировать другим способом, согласно нашим ачарьям. And is in this way we can understand that to achieve devotional service by performing pious activities or worshiping the deity, it's not possible. So достичь преданного служения мы можем только через общение, доставить удовольствие преданным, как объясняют наши ачарьи. So as acharyas explained, we can achieve devotional service through satisfying the great devotees. И об этом говорит очень хорошо стих из этой же главы Чайтанья Чаритамриты, 22 главы, 83 стих. And also the verse from Chaitanya Charitamrita from the second, 22nd chapter also describes this. Krishna Bhakti Janma Mula Haya Sadhusanga Krishna Prema Janma Tenho Punah Mukhya Anga. Коренной причиной преданного служения Господу Кришне является общение с возвышенными преданными. Но даже тогда, когда дремлющая любовь к Кришне пробудилась в сердце человека, общение с преданными остается принципом первостепенной важности. The root cause of devotional service to Lord Krishna is association with advanced devotees. Even when one's dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. То есть мы можем понять, что садусанга, общение с преданными, является позвоночником всей нашей деятельности в преданном служении. So we can understand from here that the sadhusanga is the root, the like the spine of our activities in devotional service. Благодаря садхусанге мы пришли в преданное служение, мы когда-то преданных встретили. And due to sadhusanga, one day we came to devotional service. И потом мы развиваемся в преданном служении, общаясь с преданными. And we also we are developing in association with devotees. И также, как говорится в этом стихе, когда мы попадем в духовный мир, вернемся обратно к Богу, мы все равно будем находиться в саду санги. And also it is said that when we come back to Godhead, to spiritual world, we will also still remain in саду санга. Поэтому садхусанга – это корень, как говорил, как мы прочитали в этом стихе Шримад Чайтанья Чаритамриты. That's why садхусанга it is root, as it is said from in the verse from Чайтанья Чаритамрита. Но в наше время, в время Кали-юги, оно как-то не очень располагает к садхусанге. But here in Kali-yuga nowadays, there it's not so favorable condition for садхусанга. То есть мы имеем такое воспитание, такое образование, такое настроение в обществе, что садхусанга очень трудна сейчас. Because we have now not favorable education association in the society that could help us to develop in садхусанга. И сейчас время больше располагает к асатсанге. Now the time is more favorable for асатсанга. Но тем не менее, если мы не будем правильно участвовать в сатсанге, то в садусанге, то наше духовное развитие замедлится и может даже остановиться. But at the same time, if we will not act and in a good way in sadhusanga and take it as advantage, it will be really hard for us and, to develop in devotional service. So it will can even stop our spiritual practice. Вот поэтому для того, чтобы правильно вступать в садхусангу, которая нам очень нужна, я думаю, вы поняли, что она нам очень нужна. That's why in order to enter the sadhusanga, and as probably you already noticed, that it's very important for us. Нам необходимо понять, что же такое садхусанга. We need to understand what does it mean садхусанга. И как мы можем практиковать садхусангу, учитывая время, место, обстоятельства, нашу кали-югу. And how can we practice садхусанга, take into consideration the place, time and circumstances? И давайте прочитаем определение Рупа Госвами, которое он дает садхусанге в Бхакти Расамрита Сингу, Синду 1.2.91. So let's read the explanation of Rupa Goswami that he gives in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.91. Саджатья шая снигде садхо сангах сватоваре. Развивать, что такое садусанга?
Рупа Госвами объясняет, это развитие любовных взаимоотношений с близкими по духу старшими преданными. So what does it mean, Sadhu Sangha? Rupa Goswami explains. It means cultivate love and relationship with like-minded senior devotees. И здесь в санскрите он использует три объяснения, три качества Sadhu Sanghi. And in Sanskrit he uses three qualities of Sadhu Sangha. Первое – саджатия. The first one is саджатия. Саджатия означает близкие по духу. And саджатия means like-minded devotees. Санскритский корень джа, то есть рождение, семья. The Sanskrit root is джа, which means the birth and the family. То есть саджатия, мы должны быть из одной семьи. Саджатия means that we should be from one family. Конечно, духовной семьи для садху-санги. Of course, in spiritual family for садху-санга. Как минимум, мы должны поклоняться одной и той же форме Господа, который нас вдохновляет, Кришне во Вриндаване. At least we should worship one form of the Lord that inspires us, and this is Krishna in Vrindavan. То есть это первое качество садху-санги, то есть мы должны быть близки по духу. So this is the first quality of садху-санга, which means that we should be like-minded devotees. Второе качество сатоваре. The second quality is сатоваре. Оно означает, что в садху-санге должно быть обязательно общение со старшими преданными. And it means that in садху-санга there always should present association with senior devotees. Мы не можем говорить просто о наших реализациях. So we cannot just simply speak about our realizations. Поскольку они еще очень несовершенны. As they are not perfect yet. Одно из определений саду. And one of the explanation of the sadhu. Говорится, это тот, который вышел за пределы двойственности, как бы вышел за пределы материального сознания. So this is the one who came out of the duality of material and material conception of life. И поэтому, когда мы получаем общение такого человека, мы получаем послание из духовного мира. That's why when we get association of such a person, we get the message from the spiritual world. А в то же время, если мы общаемся между собой, but if we have association between ourselves, то мы просто беседуем о событиях материального уровня. So we simply discussing the events or some action of material level. Поэтому обязательно должен быть старший преданный, который участвует в садху-санге, саду. That's why it's very important that there should be some senior devotees who takes part in садху-санга. Если его нету, так не всегда такое бывает. And it doesn't happen that it always like that. Что мы должны в этом случае делать? So then what should we do in such case? Жить без садху-санги или есть какой-то вариант? Should we live without садху-санга or there is another option? We should listen to lectures. Поклоняться. Worship. Понимаете, это именно садху-санга, то есть мы должны собираться вместе. So it means that this is садху-санга and we should gather together. Потому что Шрила Прабхупада неоднократно говорит, что если кто-то думает, что он будет прогрессировать без общества преданного, это галлюцинация. And Шрила Прабхупада several times he mentions that if we think that we will make progress in devotional service without association, this is like galluciniation. Поэтому мы должны собираться вместе, но не обсуждать не какие-то свои откровения, какие-то свои ощущения, а обсуждать послания великих душ. So, of course, we should come together and discuss, but discuss not some realizations or some sentiments of our emotions, but we should discuss the message from the spiritual world. Послание старше, то, что говорят нам саду, обсуждать их. And discuss the message of sadhus, so what message they give us. И последнее качество – это снигда. And the last quality is снигда. Это очень интересное слово. This is very interesting word. Оно означает нежность, внимательность, мягкость, it means, заботу. It means tenderness, attentiveness, gentleness, care and lack of envy. И отсутствие зависти. И причем принцип снигды, он обоюдный. And the principle of nigda, it's like mutual.
с одной, старшие преданные должны к младшим относиться к, со снигдой, и младшие к старшим тоже со снигдой. So from one side, the senior devotees, they should act, behave towards youngers with snigda, and the opposite, the young devotees should behave with snigda towards senior devotees. И сейчас попробуем понять почему, потому что если этого нету, мы не извлечем пользу от садасанги. And now we will try to understand why it is important, because if it doesn't exist, then we will not get use from sadhusanga. И, например, если есть возвышенный старший преданный, но он как бы достаточно равнодушен к вам. For example, there is one senior devotee, but he is kind of neutral towards your side. Его как-то особо не интересует ваш духовный прогресс. He's not really interested in your progress in spiritual life. Он не чувствует теплых чувств по отношению к вам, не ощущает. He doesn't have some warm feelings towards you. То тогда он не сможет передать вам свои эмоции так, чтобы вы могли их принять и возвыситься. And in this way he cannot transfer to you his emotions in order you could make some progress and elevate. Потому что садусанга это не просто информация. Because садусанга it's not just simple information. Садусанга это трансформация. Садусанга means transformation. То есть мы должны меняться в процессе трансформации. It means that we should change, like transform in this process. Поэтому должны существовать особые отношения близкие между теми, кто участвует в садусанге. And that's why there should be some very special relationship between those devotees who take part in sadhusanga. С другой стороны, если младший преданный не относится с благодарностью, теплым чувством к старшему, то тоже садусанга не получится. And from the other side, if the young devotees they do not feel gratitude and warm feelings towards senior devotees, it also will not work. Если он не будет вести себя с любовью, с отсутствием зависти, то он не сможет воспринять то, что ему говорит старший. If he will not behave with love or with without envy, then he will not able to perceive it with this message of sadhusanga. То есть вот такое объяснение, что такое садусанга, дает Рупа Госвами, и потом его объясняют наши ачарьи. So this is the explanation that Rupa Goswami gives to us, and then further our acharyas they explain it to us. Из этого мы можем понять, что это не простая вещь, не просто собрались, поговорили, что это особый процесс. And here we can understand that it's not some ordinary things that we just come together and talk, chat with each other. И давайте еще на эту тему прочтем очень интересный стих из Шримад Бхагаватам 3:25-25. And also let's read now the verse from Shrimad Bhagavatam 3:25-25, which is very interesting. Очень много стихов о садусанге, но это один из таких наиболее известных. There are a lot of verses about садусанга, but this is one of the most popular, famous one. Сатам прасангам амавирья сам видон баванти хрит карна расаянах катхах таджошана ташва паргавартмани шрадхаратир бхактир анукрамишьятим. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasant and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. В комментарии Шрила Прабхупада говорит: без общения с преданными духовный прогресс невозможен. In the purport, Srila Prabhupada says, without association with devotees, one cannot make advancement. Чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными.
To understand the personal activities of the Lord, one has to seek the association of devotees. Общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом, преданные. Общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. Association with devotees means association with the Lord. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу. А тот, кто достиг трансцендентного уровня служения Господу, в конце концов обретает совершенство. The devotee who makes this association develops the consciousness for rendering service to the Lord, and then, being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. И очень интересный комментарий к этому стиху дает Вишванатха Чакраварти Такур. And very interesting commentary gives Вишванатха Чакраварти Такур to this verse. Он пишет, что только благодаря общению с преданными в уме развивается привязанность к Господу. He writes that only by association with devotees does the mind develop attraction to the Lord. Я хочу еще раз повторить, мы должны это запомнить, что только благодаря общению с преданными в уме развивается привязанность к Господу. I would like to repeat it one more time in order we remember this, that only by association with devotees does the mind develop attraction to the Lord. И никаким другим способом. And there is no other way. И также дальше Вишванатха Чакраварти Такур объясняет. Then, following this commentary, Вишванатха Чакраварти Такур explains. Благодаря прекрасному общению с преданными, истории о играх Кришны становятся нектаром для ушей. From excellent association of the devotees, stories of my pastimes become nectar for the ears. И здесь важное слово — это прасанга. And in this word, the important word is prasanga. То есть не просто санга, а прасанга. Not just санга, but прасанга. И пра означает очень высокого уровня. Санга высокого уровня. Pra means the high level санга. И что происходит, если мы действительно участвуем в такой прасанге? And what happens when we, if we really take part in such prasanga? Кто запомнил что? Who remembers? Что происходит, когда мы общаемся именно в такого уровня? So what happens when we have this association like prasanga? Это как бы было уже, а вот именно здесь, что вот в этом предложении было, что когда мы на таком уровне общаемся с преданными, что происходит? Это очень важный момент. So when we communicate, associate with devotees on such level, what happens? Что случается? The most important point, что в это, если мы участвуем в такой высокоуровневой прасанге, то игры Кришны становятся нектаром для наших ушей. So the idea is that if we take part in such high-level prasanga, the pastimes of Lord Krishna becomes the nectar for our ears. Иногда можно говорить, слушать, преданные говорят, сколько можно это слушать и читать, да? Читали, слушали, ну не знаю, встречались вы с таким, я встречалась. Sometimes we can hear the devotee says, like, how long we will read it, this again and again, these pastimes. Даже иногда, я не знаю, может и у нас такая мысль проскакивает, что я это уже слышал много раз. Even we can notice that within ourselves we also sometimes can have this thought that I have been reading it for so many times. Это означает, что игры Кришны не стали нектаром для наших ушей, правильно? And it means that pastimes of Krishna didn't become the nectar for our ears. То есть у нас нету прасанги, которая превращает эти рассказы в нектар. So we do not have this prasanga which transform these pastimes to the nectar for the ears. И Вишванатха Чакраварти Такур продолжает. And Вишванатха Чакраварти Такур continues. Внимательно слушайте. Please listen attentively. Если общение санга более низкого уровня, то есть не прасанга, то преданный достигает только уровень баджана крии, и истории о Кришне не становятся нектаром для его ушей. From inferior association there is only баджана крия, but the stories do not become nectar. Вот, то есть, если мы чувствуем, что мы застряли, so if we feel that we are stuck, и если мы чувствуем, что не чувствуем нектара в рассказах о Кришне, and that we don't feel nectar in the pastimes of Krishna, значит, чего у нас нету? Then it means what we miss. Чего у нас нету?
Прасанги. Санги очень высокого уровня. Санги высокого уровня. Of really of high level. Да, и причем Саду объясняет, что this Sadhu explains, что имеется в виду не просто баджана крия, а анишхита баджана крия. And the, here Sadhu explains that it means not only баджана крия, but анишхита баджана крия. Анишхита баджана крия более низкий уровень баджана крия. Which means the lower level of баджана крия. То есть это означает что? Что у нас есть падения, взлеты, и так это может длиться десятилетиями. And it means that we continuously have up and downs, and this can continue for many years. Вот. И дальше Вишнас Чакраварти Такур описывает, что происходит, если у нас есть санга высокого уровня. And then Вишнас Чакраварти Такур explains what we have. If we have this high-level association, он пишет. He writes. Далее, в результате общения высокого уровня, рассказы о играх приводят к анартха-неврите, затем к ништхе. Thus, from excellent association, the story causes anartha-nivritti. Then, those stories cause ништхе. Ништхе. И очень важно, что он пишет, что нас именно приводит к анартха-невритти и к ништхе. Что and приводит? It's very important that he writes what exactly leads us to anartha-невритти and ништхе. Что приводит? Рассказы о Кришне, да? So то these есть, are это очень важный момент. About Krishna, pastimes. То есть в результате саду-санги мы обсуждаем рассказы о Кришне, и эти рассказы о Кришне ведут нас по ступеням преданного служения. So as a result of sadhusanga, we come to the pastimes of Krishna, and these pastimes of Krishna, they lead us to the advancement in spiritual practice. И Вишванатха Чакраварти Такур продолжает описание дальше, как от ништхи мы переходим к ручи, асакти, бхави, преми, благодаря садусанге хорошего уровня и рассказам о Кришне. And in this way, Rupa Goswami continues to describe. Вишванатха Чакраварти Такур describes how then from ништха we advanced in ручи. Ручи, асакти, бхава и према. Okay. Вот. И сделав какой-то вывод из того, о чем мы с вами говорили, можно сказать. And in order to make conclusion from what we were discussing today, we can say. Что мы наше преданное служение полностью зависит от садху-санги. That our devotional service is completely depends on садху-санга. Оно начинается с садху-санги, развивается благодаря садху-санге, и даже в духовном мире мы будем находиться в садху-санге. So it starts from садху-санга, it continues with садху-санга, and even in spiritual world we will continue sadhusanga. Поэтому наша задача искать, хотеть найти и искать хорошую sadhusangu, prasangu. So that's why our task is to find, to search and to find the good sadhusanga, prasanga. И второй вывод, который можно сделать, это то, что сейчас Кали-юга. And the second conclusion that we can make that it is now Kali-yuga nowadays. Время асад-санги. This is the time of асад-санга. Поэтому, чтобы извлечь пользу от садусанги, мы должны знать принципы садусанги. That's why, in order to have some use from садусанга, we should know the principle of садусанга. Of садусанга. И также мы должны настраивать свое сознание в соответствии с этими принципами. And also we should tune our consciousness with the along with this principle of садусанга. То есть мы должны знать, что является садусангой и что садусангой не является. So we should know what is садусанга and what it is not. Вот. И еще хочется последние 3 минуты посвятить очень важному событию сегодняшнего дня. And the last 3 minutes of our class today I would like to dedicate to a very important event today. Сегодня день явления. Today is the appearance day of Narottam Das Thakura. Мы даже начали класс, пели молитву лотосным стопом Шри Гауранги Narottam Das Thakura. And today we started our class from prayers of Narottam Das Thakura to lotus feet of Lord Gauranga. Narottam Das Thakura, он родился в тот же год, когда Господь Чайтанья покинул эту землю в 1534 году.
Narada Madas Thakur was born at the same year when Lord Chaitanya left this world in 1434. Mm-hmm. И Господь Чайтанья, он передал свою прему Нарадама Даса Такуру. And Lord Chaitanya, he transferred his prema to Narada Das Thakur. Как-то находясь около деревни Китхулиграм, once he was nearby the village Китхулидхам. И Господь Чайтанья начал повторять: Наротам, Наротам. And Lord Chaitanya started to repeat: Наротам, Наротам. И он объяснил, что скоро здесь родится великий преданный. And he explained that soon there will be one very great devotee will take birth here. И он вошел в речку Падму и передал свою прему, наполнил эту речку своей премой, так что она вышла из берегов. And he entered to the river Padma in such way that she was overwhelmed with his prema, and вышла из берегов from flowing, overflow with his water, flood is. И потом, когда Наротам родился, ему было 13 лет. And then when Наротам was born, he was 13 years old. Ему приснился Нитьянанда Прабху. So Lord Nityananda, he came to his dream. И сказал, чтобы он вошел в, принял омовение в речке Падме, и тогда он ощутит необыкновенную прему, любовь к Богу. And he told that he should go and bathe in this river Padma, and then he will feel incredible, unlimited love to God. И так и произошло. And it happens in such way. Да. И Наротам в детстве был мальчиком необычным. Even in his childhood, Наротам was very unusual boy. Но после этого омовения его поведение еще стало более необычным. But after this bathing, his behaviors became even more unusual. О Наротаме можно рассказывать множество историй. There are a lot of stories that can be told about Наротам. Его жизнь где-то была похожа на жизнь Рагунатхи Даса Госвами. His life was somehow similar to Raghunath Das Goswami. Потому что он был единственным сыном богатого царя. Because he was the only son of rich king. И тоже хотел уйти из дому, но отец его не пускал, удерживал. Так же, как и Рагунатха Даса Госвами. He also wanted to leave the home, but his father didn't allow him to do that. And it was the same story with Raghunath Das Goswami. И я хочу остановиться на одном эпизоде, который связан с нашей темой садусанги. And I would like to stop on one point, which is connected with our topic of sadhusanga. Это о том, как он принял духовного учителя. This is the moment, the story of how he accepted the spiritual master. Когда Наротам Дас Такур все-таки сумел убежать от родителей и прийти во Вриндаван. When Narottama Das Thakur could finally escape from, like, leave the, his parents, run away from his parents, and he came to the Vrindavan. То из всех последователей Господа Чайтаньи больше всего его сердце тронул Лаканат Дас Госвами. And among all the associates of Lord Chaitanya, the one who really touched his heart the most was Lokanath Das Goswami. Lokanath Goswami был очень-очень скромным and и очень-очень смиренным. Lokanath Goswami was very, very humble and very shy. Когда Кришнадас Кавирадж пришел к нему за благословениями написать читание Чаритамриту, when Кришнадас Кавирадж Госвами came to him to get some blessings to write читание Чаритамрита, он сказал, что он даст свои благословения с одним условием. He told that I will give you blessings only with one condition. Кто помнит каким? Who remembers which one? Что обо мне ничего написано в читании Чаритамрите не будет. So it should mention no word about me in читании Чаритамрита. Вот. И Наротам выбрал Лаканатху своим учителем, пришел к нему и рассказал свою жизнь, рассказал свое желание стать его учеником. And Наротама Дас Такур, he chose him as his spiritual master, came to him, and he told his story of his life. И Лаканатх рассмеялся и ответил. And Lokanath smiled, laughed and replied. Я самый падший, а ты очень ученый, сказал он. I am the most fallen and you are very scholar.
Сам Господь Чайтанья явился перед тобой и обнял тебя. Lord Chaitanya himself appeared in front of you and hugged, embraced you. Это был такой эпизод, когда народ там шел во Вриндаван, он от слабости стал терять силы и сознание. There was some episode when Narottama was going to Vrindavan and because of lack of the energy and power, he just fell down and lost his consciousness. И тогда в облике брахмана появился Господь Чайтанья и дал ему горшок молока. And then in the form of brahman, Lord Chaitanya appeared and gave him the pot with the milk. И теперь, вспоминая этот эпизод, Лаканат говорит, что как я могу стать твоим гуру? And now remembering this episode, Lakanath says like, how can I become your guru? Ты значительно более возвышен, чем я. You're much more elevated than me. Он Наротам ответил: нет, я бедный человек, у которого нет никаких достоинств. Наротам replied that no, I am the poor man who has no good qualities. Господь явился передо мной, потому что я самый падший. A Lord appeared in front of me just because I am the most fallen. И я совсем не могу, я потерялся без духовного учителя. Мне нужен духовный учитель, пожалуйста, стань моим духовным учителем. I'm totally lost without spiritual master, and I really need spiritual master. So please, could you please become my spiritual master? Но Лаканат Госвами не хотел его принимать. But Lokanath Goswami didn't want to accept him as a disciple. Он дал обет не принимать учеников и не хотел его нарушать. He gave the vow that he will never accept disciples and he didn't want to break it. И что стал делать Narottam Das? And what Narottam Das Thakur started to do it? В течение года он регулярно слушал лекции Лаканатха. During the year he was regularly listening to lectures of Lokanath. И питался только остатками его пищи. And he was taking only remnants of his food. Но Лаканатх отказывался принять его в ученики. But Lokanath still didn't agree to accept him as his disciple. И тогда Narottam Das Thakur начал служить ему тайно. And then Narottam Das Thakur started to serve him secretly. Он каждое утро приходил тайком в место, где Лаканат справлял свои нужды. Every morning he was coming to the place where Lokanat Goswami was going to toilet. И он начал убирать это место. And he started to clean this place. И через какое-то время Лаканат заметил, что кто